Девчонки, добрый день. Решила вас поддержать в это непростое время. Понятно, что 3 недели на карантине – это без физических упражнений. И грустно, и скучно, и физически, и самое главное – психологически. Поэтому записываю все на весь наш с вами комплекс, разбиваю его на несколько блоков, чтобы было и удобнее выполнять, и легче выполнять. Начинаем наш комплекс, вспоминаем, растираем ладошки. То есть, особенно если мы проснулись утром, нужно разогнать кровь, застоявшуюся за ночь. Предплечья, плечи. Хорошо, хорошо. Растираем шею. Отлично. Теперь вытягиваем руки назад и делаем вдох. Ручки вытягивают нас вперед и назад, а ножки нас растягивают вниз, вперед и вниз. Выдох. Еще разок. Вдох через нос. Выдох через рот, через трубочку. И еще разок вдох и выдох. Следующее упражнение. Берем кисти рук перед собой и начинаем хаотично. Ручками в одну сторону, ножками в другую сторону. Ищет упражнение на координацию. Угу, отлично. Положили ручки вдоль туловища. Стопы вправо, обе стопы влево. Вправо, влево, от себя к себе. От себя к себе. Круговые вращения сначала по часовой стрелочке стопами. Хорошо, разминаем голеностопы. Теперь против часовой стрелочки. Отлично. А теперь запускаем наше нижнее кровообращение. Воображаемые камушки захватили пальчиками ног и резко бросаем вперед. И мы прям чувствуем, как кровь побежала у нас по ноге. Начинаем. Взяли ручки в замок и большой круг. По часовой стрелочке, прям вот до лопаточек, разминаем наши плечевые суставчики, мышцы шеи, межлопаточные. Отлично. Ручки в стороны, вдох, подтянули правую коленочку, выдох, стараемся лбом тянуться к колену. Ручки в стороны, вдох, подтянули левую коленочку, выдох. Ручки в стороны, вдох и выдох. Ручки в стороны, вдох и выдох. Обхватили колени руками, ножки у нас параллельно. Бедро вертикально, голень параллельно, как на стульчике, под углом 90 градусов. Обхватили колени руками, стопы приклеили, прямо вот клеим момент. И во время упражнения мы стопы не разводим, да, они все время у нас сведены. И начинаем помогать руками. Как бы от себя сначала отталкиваем и начинаем прорабатывать наши тазобедренные суставы. Вот делаем по возможности, у кого как получается. С усилием помогаем руками разводить наши ножки в стороны. Теперь на себя. Хорошо, отлично, молодцы. Оставляем ножки на весу, ручки положили вдоль туловища. Вытягиваем вперед сначала на выдох правую ножку параллельно полу. Выдох. Вернули в исходное положение. Теперь левую. Выдох. Вдох через нос, выдох через рот. То есть мы ногу не отправляем, как ракета наверх, а параллельно полу. Выдох. Это мы прорабатываем мышцы нижнего пресса. Выдох. 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 Делаем 10-12, по возможности 15 раз. Еще 2. Носочки всегда тянем. Вытянуты носочки. Отлично. Ножки, согнутые в коленях, разводим пошире. Ручки в стороны. Не вверх, не вниз, а четко в сторону. Наклоняем правую коленочку к левой ноге. Опорная ножка смотрит в потолок. А голову поворачиваем в противоположную сторону. У нас получается такое боковое скручивание. И стараемся коленочкой как бы максимально тянуться к полу. Возвращаемся в исходное положение. Теперь другая ножка. На выдох мы опускаем ее к противоположной ножке. Голова идет в противоположную сторону. И еще раз. Выдох. Выдох.
Выдох. Выдох. Выдох. Закончили. Вытянули ножки. Ручки под голову, под шею, да, согнутые. Что мы делаем? Это упражнение называется улиточка. Мы складываемся на выдох, при этом у нас под подбородком воображаемое яблоко, апельсин или теннисный мячик. Мы подбородок не прижимаем к груди. Голова спокойно лежит на руках. Складываемся, выдох в пупок. И на выдохе мы носочки ног на себя. То есть у нас получается, вот мы вот так вот складываемся. Раз, два, три, поехали. На выдох. 12-15 раз. Локти в сторону. Голова спокойно лежит на руках. Носочки расслабляем на вдохе. Еще 5 раз. Чувствуем, как работают мышцы пресса. Выдох в пупок. Еще 2. Замечательно. Разминку на спине мы закончили.